Фильтры и условия. Условия, знаете, что такое? Нет. Угу. Это очень хорошо. Значит, вам будет интересно слышать. Имеется в виду условия, что нужно отобрать, вы имеете в виду? Да, условия отбора. Ну, конечно, знаю. Это очень хорошо. Да, конечно. Так, у нас сегодня, смотрите, урок номер 4. У нас есть, получается, сам урок. И посвящен он фильтр. Первое задание, это нам необходимо понимать, как у нас вообще работают фильтры. Фильтры лучше ставить во вкладке «Данные» и «Фильтры». Uh-huh. Вот. Нам необходимо количество городов с городом 2. Мы оставляем город 2, нажимаем «Ок». Как нам количество определить, знаете? Нет. Оно у нас написано в левом нижнем углу, да? Uh-huh. Получается у нас 8 записей. И если мы здесь выберем другой критерий поиска, к примеру, город 4, у нас будет написано здесь 13. 13, да, то есть это количество критериев, которые у нас подходят. Теперь пример вместе с вами. В гипермаркете ОК были? Конечно. Вот, смотрите, здесь у нас примерный сотрудник. Выделять не обязательно, можно выделить любую ячейку, да, он поставит фильтры во все. Угу. То есть имеется в виду, если я поставлю... Сюда вот. Да? А, ничего себе. Так, определить количество кассиров. То есть это у нас количество человек, работающих в должности кассира. Это у нас должность. Так, отдел места работы должности. Выделить все, снимаем. Кассир находим. Угу. Хорошо, сколько кассиров? 11. Пишем ответ 11. Дальше, смотрите, чтобы нам не снимать фильтр, мы нажимаем «Очистить». Это вот данные «Очистить».